Вот мы в сауне. С каплями дождя. Так мало стало света. Собрался бы теперь. Не спрятаться от ветра. Любимое кольцо. Возьмем согреет. Сидим с пивасечком. Дыхаем. Какая классная сауна. Смотрите, вообще просто идеальная. Зона отдыха. И холодильник, и кондёр. Запах непередаваемый. Нам лавандочку запарили. Шапочки, все, в общем, все условия здесь. И туалет есть. Душевая кабина. Вот и прилочка вообще. Просто офигенно. До 130 топит. Но мы сделали 70. Нам хватит, там уже ужариться можно. Поддаем ковшечка. Все, такая вот. Такая вот банечка. Два раза здесь погрелись. О, невыносимо, как здесь жарко. Лавандочка пахнет. Вот нам запарили лавандочку. Кошечек поддаем. Тут открываем. Все сделали. Видите, как продумано. Даже подстелили. Все не пропускает. Прям коврички. Все. Хозяева просто вообще молодцы. Шикарная сауна. Вот. Да, Тёмка пришел. Всем круто. Круто. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Едем в Геленджик. Парк. Хотим покататься на канатах для рук. Видим, что это колесо, в общем, аттракционы, все такое. Вот, так что приглашаю вас. Ой, посмотрите, какую красоту проезжаем. Горы, зелень. Прям похоже на нашу уральскую природу. Так, так вот, тут же как Чебаркуль, видишь, и походу. О, видите, вообще красота. Уже ближе к Геленджику, уже такие вот горы, такая природа пошла у нас.
вот сафари-парк. Поставили машину на стоянку. Вот такая вот стояночка большая. Вот, смотрите, кто впервые сюда приедет. Пролетите, как мы пролетели стоянку, пришлось разворачиваться. Вот, как едете, сразу с правой стороны. И вот потом поверху, сейчас вот там вот пройдем туда. Так, вот, вышли, покупаем билетики, сейчас пройдем. Вот здесь есть касса, ну, наличкой. Здесь вот и банкоматы есть, можно, в общем, как, кому удобно. Все, сейчас приобретаем билет, заходим в парк. И там на канатные билеты уже отдельно приобретаем, там внутри парка. Зоопарк, кролики. Птичий дворик, обезьяна, попугая, куда? Еще зоопарк, потом на канатной дороге пойдем. Так, вот, подходим к канатной дороге. Будем кататься. Морюшка виднеется. Это все зоопарк, зоопарк. Там все это зоопарк. И вот здесь вот канатная дорога. Поднимаемся. Сейчас будем кататься. Мы с Тёмочкой катаемся на канатной дорожке. Да, Тём? Классно, здорово. Высоко. Смотрите, какая красота. Вон морюшка за нами, сзади. Вот такая вот красота. Ну, конечно, это экстремально не для всех, кто не боится высоты. Ну, нормально. Думала, Тёмка будет бояться. Тёмка умничка, Тёмка молодцом мы. Угу. Вот мы вот так пристегнуты, все вот посерединочке. И вот просто держимся. Вот видите, как все, вот только так. Ни кабинка, ничего, вот просто. Поэтому как бы это не для всех, кто боится, то, конечно, не надо. Вот это класс. Это кузнечики стрекочут, слышишь, как громко-громко. Да. Вроде кузнечики, да? Угу. Вообще прям. Сейчас будем подниматься. О, да той горы, до пика. Протяженность 2 километра, вроде как нам сказали. Вот, потом обратно так же покатимся. Красота. Посмотрите, тропиночка. Можно пешочком, кто любит хайкать, пожалуйста, пешочком. Классно вообще, красиво здесь, горы такие, прям вообще здорово. Сейчас обратно прокатимся, уже там снимаю вам. Смотрите, олени. Тёмочка, видишь, вот олени сидят. Вот, внизу, возле дерева, под деревом. Вот, видишь? Вот они. Вот здесь, вот. Сюда, вот где мой пальчик. Вот они. Внизу, вот внизу. Смотри. Вот мы над ними проезжаем. Вон они. Олени. Олени. Да, вот они. Внизу. На травке валяются. Вот они, олени. И сейчас обратно будем проезжать. Увидим еще раз олени. Жарко. Вчера Ленжик ездили, снимала вам. Потом телефон сел, не успела вам снять. Сняла только канатную дорогу, получается. С высоты как. И все, там чуть-чуть там змей начала снимать. Хотела где-то в зоопарку пройти, сняться. Все, сел. Айфон быстро разряжается.
У меня он 150 километров отсюда ехать до Геленджика, от Кучугур. И у меня получается, как навигатор был. А если локация отлично, то все. Батарейку жрет только так. И, к сожалению, его не зарядить в машине, хотя я свой шнур родной брала, да? Он заряжается только именно от родного блока питания. А все. В этом большой минус. Так, конечно, все хорошо. И вот, и поэтому хотела город поснимать, вот она в кафешечку заезжали, на море ходила, все хотела поснимать, тем временем не сняла. Вот. Сейчас у нас папа приехал с рыбалки, сейчас покажу, рыбку поймал, на платную рыбалку здесь ездил в Темрюке. А карпу поймал и карасей, сейчас вам покажу, чистит он, и всякая рыба кушать. Наши мужички чистят рыбу. Мужички рыбачат, чистят, а девочки готовят. Вот, поймали карпы, карасей. Сейчас будем шарить. Вот они, девочки. Тут только карасиков поймали. А вот карп легкая, без чешуи уже, да? Короче, как он с душком. Так что, кому интересно, Темрюк, да, вы ездили? Да. Темрюк, платная рыбалка для рыбачков. Кто на такую ездил, не особо не ловилась рыба, там мелочь какая-то наша выпускала. А тут сразу как и карасей, даже карпа поймал. Так что, не цели, да?